Всем привет! Сегодня будем готовить сердечки куриные в сметанном соусе, я бы даже сказала, в сырном. Больше подходит. Это блюдо очень вкусное и в то же время очень простое. Нам понадобятся сердечки. Я беру такую упаковку, здесь 800 грамм. Сметанка, пару вот таких обычных плавленных сырков, именно плавленый сыр, а не сырный продукт. Ну, в принципе, любой сливочный, который вы считаете нужным, который вам нравится. Также я беру пару луковиц, зелень, чеснок. И я беру вот такой кусочек российского сыра, небольшой, это 100-150 грамм. Но, в принципе, можно без него. Мне, честно говоря, нравится, когда вот его добавляю. А так вот, по идее, на ваш выбор. Можете добавлять, можете нет. Для начала нам нужно куриные сердечки хорошенько промыть. Теперь сердечки нам нужно все порезать. Вообще можно целые их жарить, но мне вот больше нравится, когда вот такие половинки. И сразу заодно проверяем вот всякие лишние жиринки, сосудики, некрасивые какие-то места. Сразу их обрезаем. То, что вам не нравится. Теперь сердечки нужно обжарить. Добавляем в сковородку растительное масло и в разогретую уже выкладываем сердечки. Теперь вот на большом огне нам нужно их обжарить, ну, 3-4 минуты, может быть, вот так, прям на большом именно огне. А потом сделаем огонек потише. Обжариваем и обязательно все время помешиваем. Теперь делаем самый-самый маленький огонь. Накрываем крышечкой. И он будет потихоньку тушиться. В это время мы пока займемся луком. Лук нам нужно нарезать просто таким мелким кубиком. Лук нам нужно будет обжарить отдельно. Добавляем растительное масло. И жарим до золотистого цвета. Не забываем все периодически помешивать. И сердечки, и лучок. Зелень нам нужно мелко нарубить. Сыр натираем на крупной терке. Лук у нас готов уже. Теперь нам нужно его добавить к сердечкам. Все хорошенько перемешиваем. Теперь они должны вместе потушиться. Ну, буквально минут 10. Все. Перемешали под крышечку. Не забываем помешивать. Ждем буквально вот 10 минут пройдет. Время у нас вышло. Теперь мы добавляем к сердечкам сметану. Я беру жирненькую такую. По-моему, 20%. 4 ложки столовые, такие прям бугром. Не жалеючи. Добавляем. Лавровый листик сюда же. Плавленый сыр, я его немножко измельчила. Если у вас будет в ванночках, будет вообще отлично. Все, теперь нужно все это перемешать. И будем ждать, пока сыр расплавится у нас. Теперь сюда мы добавляем все остальное. Соль, это все по вкусу. Черный перчик, при желании, если любите. Чеснок сюда выдавливаем. 2-3 зубчика, это тоже как бы по вкусу. Можно и поменьше, и побольше. Сюда же добавляем зелень. И как последний штрих добавляем натертый сыр.
Все хорошенько перемешиваем. И нам нужно, чтобы это все уже покипело, минуты буквально 3. Как только перемешали, накрываем крышечкой и пусть еще чуть-чуть постоит, дойдет. Подавать вот такие сердечки можно, в принципе, с любым гарниром, с которым вы обычно курочку подаете. Но я, честно говоря, больше всего люблю с макаронами. Поэтому, как всегда, я их просто приготовила. Попробуйте сами приготовить. Я думаю, все понятно. Это не просто вкусно, это очень вкусно. И, как всегда, самые простейшие ингредиенты. Попробуйте. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.